Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник приручения. Давай иди быстрее, а то кот сейчас все подберет. Она села в засаде. Снежные свои засаде села. Будет сидеть. Иначе его не буду это сам. Берешь. Ну, конечно. Туда в снег тащила скорлупу, и там его вылизывает. Ну давай. Ну бегом. Бегом, кому сказали. Здесь на снегу. Давай. Куда? Не, кого-то она нюхнет, и все. Йору. Давай. Мясо есть еще. Ну. Кого ей так не нравится, ничего не пойму. Соединяется у нее убегала. Кого много еще? Куда-то смывается и все. Ладно, иди мясо едам. Давай доешь сначала. Давай доешь. Ну доедай, не буду я тебя трогать, нафиг. Не дотрога. Ну бегом. Ну, быстренько.
трогать его. Ну все, пошла прятать, уже наелась. Не знает, куда спрятать. Че, остальное все прятать будешь? А? Привередина. Что такое трусливое? Давай слазь. Давай последний кусочек. Ну все, ягодки остались только. На ягодку. Может, ягодка есть? Ягодка не хочет она. Ягодку не хочет, она же прятать не хочет ягодку. Все, кот уже, все, жопу в горсть. Все, уже понял, все. Вот она. Хоть что-то съесть. Хоть ягодку зажевать. То лиса все это самое, снег попрятала. И убежала. Яйцо даже не доела. И что-то зарывает еще там. Ну ладно, короче, что она хотела, она это самое. Она съела. Что не хотела, то зарыла. Ладно, все на сегодня.